Так, мы играем сегодня с Маслицем. У нас кастомный скрипт, который имеет в себе Ягобабла. И у нас косу это Innkeeper. Каждую ночь, кроме первой, выбирает двух игроков. Один из них пьян, но оба из них защищены от убийства демона. Таня и от убийства любого. Таня у нас Moonchild. Это, собственно говоря, как там его? Аутсайдер. Если она узнает, что она умерла, она должна публично сказать, выбрать одного живого игрока, и если это был хороший игрок, то он умирает. Стилфи у нас Witch. Each night choose a player. If they nominate, tomorrow they die. Соответственно, он выбирает игрока, и если тот номинирует, то сразу же умирает, но execution продолжается, вернее, номинация продолжается. И при трех игроках живых он теряет способность. Минстрел, если убивается игрок, миньон, то тогда все из-за экзекьюшена, то тогда все игроки становятся андранг. И Джерри у нас этот Найт, он узнает двух игроков, которые не являются демонами. Вот. И он узнает Стилфила и косу. Ян у нас психопат. Каждый день перед номинациями он может публично выбрать игрока, и он умрет. Но если его номинируют, то можно его убить только если выиграют в камень, ножницы, бумагу. Убу-Нуар у нас алхимист со способностью Гарпии. Выбирает двух игроков, и если они клеймят друг друга, как один из них клеймит второго плохим, то тогда тот все хорошо, если нет, то тогда они оба умирать могут. Могут умереть. И все это Grand Mother, он знает, что Карга Village Idiot. Майк у нас Village Idiot и Карга Village Idiot. Я думаю, что мы сделаем дранком карго, чтобы немножечко запутать. Каждую ночь просыпаются, выбирают игрока и узнают его alignment. И если дранков больше, чем один, то тогда дранк, собственно, то один из них становится пьян. Сережка у нас Ягобабл. Публично, если будет говорить фразу, которую он выберет, ставь лайк. Или какой у нас миньон, я предложу ему на выбор две, то тогда он будет таким образом набирать очки по убийству. И сколько... Что такое плечо? Ладно. То тогда... Этот, то тогда, то тогда. То тогда, если он публично произнесет эту фразу, то тогда я смогу убить игрока. Если он два раза произнесет, могу двух убить и убиваю, когда угодно. Привет! Поздравляю! Ты алхимист со Я понял, да. способностями Я не привык, Гарпии. что вызывают прям. Да-да-да. Это будет так. Немножечко дольше займет времени, но тем не менее. Steelfield, Matt, по поводу UFC. Steelfield Mad по поводу UFC. Хорошо. Давай. Привет. Привет. Как раз хорошо, что ты много говоришь. Так. Ведь ты получил демона Ягобабл. Во-первых, ты узнаешь, что Steelfield и Ян твои миньоны. Ян. Во-вторых, ты узнаешь свои блефы. Это Gossip, Monk и Gambler. Отлично. И в-третьих, выбери фразу из двух. Опять же, не вините меня за банальности какие-то и не смешные. Но первая фраза это ставь лайк. А вторая фраза это какой у нас миньон, вернее. Давай, какой у нас миньон? Давай, это будет, наверное. Не, стой, 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 подожди, подожди. Поздно!
Не, хорошо, я просто, не, я просто подумал, что я мог бы сделать тебе рекламу твоему каналу. Вот, я это Давай. тоже подумал, такой, я, может, думаю, две фразы, ставь лайк, и вторая, подписывайся на канал. Но это было бы Нет, давай, очень грустно. давай, я эту фразу тоже скажу. Мы я это сейчас прежде, скажем, какой у ставь нас... лайк, подписывайся на Да, канал. подписывайтесь на канал. Ладно, давай, какой у нас миньон? Какой у нас миньон, да. Угу. Все, Ты должен это сказать публично, днем, да, чтобы да. и я слышал в том числе, и ребята все, оставшиеся тоже. Хорошо. И все, давай. Привет. Там про бога императора Дюны рассказывают. О-о-о-о. Это мне я, интересно. Я хочу предположить, что он превратился в червя. А, хорошо, да, давай. Ты ждешь. Я тебе хочу сказать, что твой демон — это Сережка, а твой fellow minion — Блин. Это Ян. Ёлы-палы. А я, кстати, как раз хотел Сережку отравить, но точнее, но теперь не буду. Ну, может быть, ты можешь это все еще сделать. Давай косу отравим. Давай. Нет, косу. Хорошо. Она вроде активная. Если косу номинирует кого-то, она умрет. Так вот, точно. Давай. Ну, не Привет. Смотришь. Итак, твой демон — это Сережка, твой второй миньон, друг — это Стилфил. Давай. Понял. Спасибо. Здорово. Ты узнаешь, что Карго Виллидж идет? Карго? Господи, нифига себе. Хорошо, спасибо. Давай. Давай. Здорово. Ты узнаешь, что оба этих игрока не демоны. Это Касу или Стилфил. Вернее, и Стилфил. Секунду. Стилфил не демон. Да. Окей, давай. Здорово, выбери игрока. Ян. Ян, ты узнаешь красный. Спасибо. Здорово. А выбери игрока. Привет, Мишенька. Джерри. Джерри, ты узнаешь красный. Спасибо. Давай. Я, скорее всего, ребята, я сейчас сдохну, о, извините. Ну, я уже сдох, вернее. А у вас есть 6 минуточек пообщаться между собой. Уля-ля. Да, ну что? Потные. Надо создать коалицию синюю. Да. Мы сейчас, да, мы с тобой сейчас раскрутим. Мне дали самую бесполезную билку. Я Найт. Я знаю, что Евсей и Стилфил не демоны. Ты Найт. Подожди, Евсей и Стилфил не демоны. Не шо? Демоны, да. Отлично. Тебе погам... Я могу тебя погамбить с Найтом? Нет. Ты буквально мог бы... Ну ладно. Слушай, я, скажем так, буду не сильно против. Ну хорошо, ладно, я подумаю еще. Да. Сорян, дабл-чек. Ты выбирал Стилфила и Евсея, да? Да. Стилфила в UFC. Да-да, все. Угу. Так получилось. Мишенька пожалел меня, поэтому я жив. Слушай, а правда, за мной все сторителлеры? Просто я харизматичный, понимаешь? Поэтому за мной ходят все сторителлеры. Нет, у меня не двигаются окошки, но все хорошо. У тебя не двигаются окошки, но все хорошо. Ну, я начал их двигать, они не до этого не двигались. Угу. Ой, как сложно. А, так... Ага. Что скажешь? Я пока путаюсь. Большое количество людей все общаются. Страшно. Страшно? Как говорил Санбой, сложно. Я хотел бы лечить, но не могу. Тебе пока вряд ли сильно много скажу. Да я тоже. У меня инфы нету, но я лечу. Я лечу людей. Ты лечишь людей. Ты клеймишься манком.
Прям же так быть, в открытую. А может быть и нет. Ну, блин, пока мне... Мне пока человек показался синим, действительно. Возможно, собственно, твой вилл еще делает дранк, и я трезвый такой, вполне возможно. Окей, окей, давай. Давай. Да что ж, никто болтать не хочет. Вообще не говори. О. Четыре запроса, а вот давай. Это приятно. Ты кто? Монг. Давай, Хартли, я гемблер. Давай, я гемблер. Ты гемблер? Ты можешь быть гемблером, а я тогда кто? Не знаю. Ты не можешь быть гемблером, я гемблер. Ты серьезно сейчас? Давай, я погемлю тебя как гемблера, а ты меня, кто выживет, тот настоящий. Как тебе такой план? Да, звучит как ПВП. Ладно, давай. Силфил и... EFC. EFC. Не делаю. Угу, да. Хорошо, спасибо. Ну, давай. Давай. Так. Ты... Так, я почитал, я нашел Евсея, наконец-то. Давай. Я наконец-то нашел Евсея, я понял. Тебя выбрал Гарпи. Так. Я? Найт. Найт. Окей, какая у тебя есть инфа? Кто не демон? Ну, я тебе не верю. Ты, это хорошо, ты, смотри, красные и так знают, кто не демон. А синие не знают. Если я синий, тебе стоит сказать, кто может быть не демоном. С другой стороны, красные будут знать, кого не, под кого не копать и под кого копать. Нелогично. Это важная информация. Я пока тебе не доверяю. У меня есть другой гемблер, которого я хотел бы проверить сначала. А потом решить, будет ли доверять или нет. Я свою информацию скажу, когда меня кто-нибудь проверит. Достоверно. Ну, окей, окей, хорошо. Давай. Ну я пока, наверное, не готова. Вот, я аутсайдер. Аутсайдер, хорошо, отлично, помнишь. Угу. Ладно, супер, давай. Во-вторых, вообще непонятно, как считывать. Сереж. Я Монг. Прекрасно. Человек, фильм меня. Я кого-нибудь, я... Который рыцарь. Окей. Информацию я уже получил. Соответственно. Окей, ты ее пока не собираешься раскрывать, правильно? Скажи что-нибудь, я подумаю. Я бы тебе в любом случае давал раскрывать. Итак. С Мишенькой тут же нет. Я поговорил с Мишенькой, и он сказал, что я Егобабл, и у меня фраза «Ставь лайк, подписывайся на канал». Ставь лайк, подписывайся на канал. Давайте эту фразу 9 раз, и мы закончим. Сережка, а на какой канал, на чей это? Да, это не важно, на самом деле. Итак, ребята, я хочу сказать, что номинации открыты были бы, если бы сначала... Госип хочет что-нибудь сказать. Поднимите ручки. Косу давай. Демон от Тани до Яна по часовой. От Тани до Яна включая? Да-да-да. Хорошо, Карго. Джерри, Ян и Майк. Три красных. Джерри, Ян и Майк. Три красных. Три красных, окей. Нанун. Правильно? Да-да-да. Демон Замбул. Демон Замбул. Хорошо. Дай бог. Угунуар. Стилфил синий, Евсей красный. Стилфил синий, Евсей красный. Майк. Демон от Тани до Джерри по часовой. Демон от Тани до Джерри. Включаю. Включаю. Майк. Чего? Включая? А? Включаю, включаю, да. Хорошо, Ян. У меня не Госип, у меня я называюсь психопатом и убиваю Майка Кей. Майк Кей мертв. Хорошо. Будут ли номинации, ребята? Номинации открыты. Номинирую Евсея. Стилфил номинирует Евсея сначала.
Да, я на нон, кажется, да, если я правильно помню. Нет, то есть мое мнение. Нет, я понимаю, что я стил силу. Я поддерживаю просто человека, который вроде на нун говорил, что и сей красный. Вот. Не, я не говорю. А, значит, Убу. Окей. Да, да, да. Я гость. Вот Убу перепутал. Все. Ага. Хорошо, Евсей. Убу поддерживать это неплохо, я в принципе то, что против, но, к сожалению, Нанун как раз-таки говорил, что я не красный, поэтому ну, давайте отдадим Яну честь меня завтра зарубить, как бы зачем всех людей. Окей. Начиная с Майка, 5 голосов, чтобы заблокировать Евсея. Эх, Ян. Блин, а теперь стрелочка долго идет. Одного голоса недостаточно. Карго номинирует и Джерри. Карго номинирует Джерри? И Сережка Яна. Нет, Карго был первый, по-моему. Я был в прошлый раз номинировал, не успел. Смотрите, во-первых, я знаю, что Вилоч идет, проверил Джерри красным. Пока это единственный Вилоч идет, я не буду его вскрывать в стол. Во-вторых, я гэмблер, вот, и Ян тоже клеймил гэмблера. Я пришел к Джерри и говорю, ну, я гэмблер, вот. Он говорит, я другому гэмблеру доверяю намного больше. Я знаю, что ты не гэмблер. Вот. А Ян в итоге оказался психопатом. Поэтому мне кажется, что они два красных игрока. Их нужно казнить. Найс. Окей. Джерри, твоя защита. Окей, во-первых, я сказал абсолютно не то, что ты сказал. Я сказал, что ты второй гэмблер. И я тебе не доверяю. Дословно. То есть фраза, что больше, меньше, такого не было. Это выдумки. А, момент номер два. Я бы хотел, чтобы меня проверили, прежде чем информацию, которую я обладаю. Я, да, рыцарь. Я пока не скажу свою инфу. Я ее сказал тем, на кого у меня эта инфа. Стол я ее скажу либо когда умру, если решите меня казнить, либо если меня проверят. Потому что иначе это будет выглядеть как... Ну, вброс. Нафига нам это нужно? Окей. Начиная с Яна, 5 голосов, чтобы заблокировать Джерри. Хороший рыцарь, мертвый рыцарь. На щите. Я извиняюсь, у красной команды нету блефов. У нас 3 пары хардклеймов. 6 достаточно. Джерри заблокирован. Ну, было 3. Сережка номинирует кого? Яна. Смотрите, я провел собственное расследование. Я искал, какой у нас миньон. И мне показалось, что Ян является психопатом. А если вы знаете, кто лучший игрок в камень, ножницы, бумага, то это я. Если вы хотите вывести психопата, у вас есть единственный шанс. Это если я номинирую психопата, я его выиграю, и мы останемся... без мертвых людей. Все поднимайте в это руки. Ну, это раз. А второе, а что если Ян на самом деле Ягобабу? Он сказал какую-то фразу, допустим, фраза «я психопат». Вышел, сказал «я психопат, люблю того-то». И из-за этой фразы умер Майкей. То есть, возможно, он просто делает и будет рубить своей фразы. Хорошо. Ян, твоя защита. Я гэмблер. Начиная с Бунуара, 6 голосов, чтобы сравнять, 7 голосов, чтобы заблокировать Яна. Дабл клейм, дабл клейм. Не, я считаю, что я вам о чем должен говорю, рубить. Дабл клеймер. В этом и заключается роль, чтобы рубить людей. Сережка. Я абсолютно верю, что ты выиграл бы это камень, ножницы, бумага, но надо, чтобы чуть 3. Больше людей набирало каждый день, чтобы мы быстрее пошли спать. Косу номинирует Сережку. Косу номинирует Сережку. Косу умирает. Классик. Скажи, почему? Почему я знала об этом? Почему я об этом знала? Смотрите. Вича, ну ты... У меня аж слова все пропали. Короче, когда начался день... Сережка
пошел с Абунуаром сразу разговаривать, и за ними сразу пошли наблюдать Мишенька и Олечка. Поэтому казните Сережку, выиграем игру, давайте еще одну успеем. Сейчас, сейчас, я об этом даже поговорила с Навуном. И Олечка сказала, что она ходит слушать только меня. А, то есть, что-то интересное, раз Олечка пошла слушать, надо и мне посмотреть. Да, у меня просто есть... Вот, Олечка. Я люблю Сережку, ну простите меня. Вот, так что давайте не казнить меня за то, что у меня меня любит Олечка. Потому что я тоже люблю Олечку, Олечка, вот сердечко. Вот так вот надо. Вот так вот. Окей. 6 голосов, чтобы сравнять, 7 голосов, чтобы заблокировать Сережку. Начинаем с карты. У нас есть Валера. Стоп, а давайте еще раз подумаем, какой миньон. Либо у нас Магич, либо у нас... В смысле? Якобабус опять у нас Вич. Да, но теоретически у нас может быть, что Касса умерла не по... не по Вичу, а по Якобаблу. Да-да-да, так и есть. Конечно. Сережка, Сережка, нефиг было... Последний запрос номинации. Подписываться на канал. 5, 4. Смотрите, я один 3, день не буду приглашать 2, ничего с каналом делать. 1. Джерри, как ты хочешь умереть? Психопат. Надулся, как пузырь лопнул. И мы прощаемся с Джерри, но он все еще с нами. В виде духа. Спокойной ночи. Зомбол получается? А, господи, 3 смерти, что происходит? Так, два, какой у нас два какого у нас миньона? Это будет быстрая игра. Я не знаю, сможет ли Олечка добавиться сюда. Да. Да, я просто, чтобы чатик создать. А, я теперь себя слышу. Нет, так не пойдет, Олечка. Да, да. Ну ладно, тогда можешь замьютиться, посмотреть, как я тут бегаю. Единственное, что я... Подтверди. Во-первых, какой у нас миньон это была фраза. И Сережка сказал ее аж 2 раза. Какой миньон, да? Какой у нас миньон? Какой у нас миньон? Так, но сначала мы идем к Вич. Да. Здорово. Я был отравлен гарпией и должен был Есея, это самое, того, да? Тебя устроило? Да. Моя акция. Супер. Либо ты не был отравлен. Ну ладно, не А ты хорош, как всегда. Выбери игрока. Карга. Карга, хорошо. Здорово. Евсей по Яну. Евсей первый, Ян второй? Да, да. Окей. Тебя очень плохо слышно. Очень плохо слышно. А Евсей не хочет. Я говорю, очень круто, что все вместе играют. Да-да-да, приятно. Да, да, это да. Офигенски интересно. Здорово. Итак, ты узнаешь, что Гарпия выбрала тебя о том, чтобы ты клеймил Яна плохим. Правду всегда говорить. Наверное, это... Легко. Спасибо, давай. Давай. Итак. Но это хорошо, потому что это позволит синим умереть. Ну, вернее, убить таким образом Яна. У нас еще Сережка, который в целом отыгрывает. У нас еще Таня Мунчайлд и Грандмазер. Ну, Грандмазер... Ладно, нам теперь нужно убить 2 игроков. Кто это будет? У нас, возможно, стоит убить Таню. Сложно, сложно. Майк мертв, Евсей мертв. Либо мы должны убить 2 игроков. И, возможно, стоит убить... Может быть, Убу, нет? Не, Убу, не, Убу не, хорош. Да, хорош. Но с другой стороны... Тут 2 варианта. Либо мы убиваем Убу, тогда Ян не умирает за счет Гарпии. Я бы на месте Евсея, естественно, говорил бы, что Ян добрый. Вот.
И тогда мы, тогда Министрел может сыграть, если они казнят все-таки Яна. Вот. Но Таню, но с другой стороны, вот тогда Гарпия пропадает. Вернее, если мы Убу Нуара убиваем, то Гарпия пропадает, и Яна вот, нужно будет прям сложно убивать, а так и так игроков мало осталось. Слушай, ну а если Евсея, да. То у нас да. Гарпия... То нет, 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 это все еще работает. Давай убьем одного Евсея. И Таню. Ну, с другой стороны, если сейчас Карго... Это сильно красных поможет. Да, может, если мы Карго убьем, то тогда хотя бы Кёрст не сработает. Так, что думаешь? Сейчас. Ну, слушай, ну то есть мы хоть как должны двоих, да, убить? Да, да. Ну, да, нет, да. Кстати, не обязательно, но... Ну, может быть, и одного стоит. Ну, вообще, как будто бы Сережка постарался два раза, сказал. Вот. Хотелось бы ему в этом плане подсобить, конечно. Мы можем убить... В целом, мы можем убить Евсея и Яна. А, то есть можно и красных убивать, да? А, да, конечно. Ну, да, это такой прикол будет. Это прям нормальный такой прикол. Ну, такое тогда более-менее получится. И тогда просто расклад более-менее адекватный получится. Сережка, Карга, Таня и... Ну, Таня подтвержденный будет более-менее этот... Как там его? У нас Карго подтвержденный, прям точно. Карго подтвержденный, и тогда Таня, потому что единственная, кто клеймится этим аутсайдером. Но если двух синих убить, это останется Сережка, Стилфил, Ян. Ну да, прям перебор. И единственные два игрока, Карго и Таня. Карго под Вичом. Таня. На самом деле, Таня... если Евсея и Яна, вообще нормально. Вот я тоже да? так думаю. Вот я тоже. Угу. Давай. Кек. Ну, сорян. Блин, или нет все-таки? Или Яна? Ну, Яна, Ян слишком убивает. И так что-то все померли. Давай и так оставим все-таки, ладно. Плевать. Не простит меня Сережка, наверное. Ну, что поделать. Окей? Okay? Всем привет! Извините опять за долгую ночь. У нас умер Евсей и Ян. У вас есть немножечко времени пообщаться? Евсей и Ян. Я был под гарпией прошлую ночь, и мне... Привет, Мишенька. Сорян. Ничего не забыл? Забыл. Я Стефила проверяю. Ты узнаешь синий. Спасибо. Алхимик, гарпия, еще раз... Подожди, а почему говоришь, что это подтвержден? Ну, подтвержден, Карго. Таким образом подтвердил. Так, подождите, у нас Яга Бабл уже 100%, да? А, то есть, подожди, а почему красный тогда умирает? Потому что СТ решает, кто умирает с Яга Бабл. Нет, СТ решает. Есть один корнет кейс, но по идее он не должен. Какой? Ну, смотрите, меня сегодня только что загарпил в Яна, что он красный, но я как бы еще не провинился, чтобы по его билке нас убивать, поэтому скорее это был госсип, и типа Мишенька просто сделал то, что рано или поздно бы случилось. А мы понимаем, кто госсип? Не, ну, мы... Ой, и ушел. Не знаю, как-то Мишенька. Вот сейчас... Аналогично. Вот. То есть ты скорее не дранг, поэтому я тебе надо будущее тогда. Да. Давай так договоримся. Окей, хорошо. Он кто, красный, синий? У тебя был только один этот шанс узнать. Ладно. Да. А ты с Серёженькой разговаривал? Нет. Я защищал. Потому что он тоже клеймит Among. Ну хорошо, кого защищал? Я защищал Убу. Я был под гарпией, меня. Ну, то есть Мишенька тут сидит, он мне писал в лес. Ну а ты веришь, что он алхимик, который тебя гарпией сделал? Опла. Угу. Вот поэтому у нас, по идее, не Замбул никак.
Получается, я габабл, мы казнили по моей инфе Джерри. Есть вариант, что я дранг, но не факт. А ты Джерри выбрал? Мне казалось, что я на... А, да, Джерри, Джерри. Сам потом вся это. Да-да-да. Смотри, бьется пока, что ты дранг, а Майк был трезвым. Ну, как бы бьется. Ну, я слышал министреля, это Нану. Он... По его инфе Джерри не меня. Окей, окей. Ну да, есть вариант, что я дранг. У нас есть, собственно, Сережка. Таня мне клеймила аутсайдера какого-то. И Стилфул. Ну, Стилфул не демон по проверке двух найтов, кто вторым бы не был. Стилфула я тоже тыкнул, у меня синий. Не знаю, меня тоже смущает, что если я дранг, могли бы его и красным дать могу. Ну, посмотреть, что у него за клеймы. Стилфул Монг. Монг. Сказал, что защищал Убу. Ну, не, слушай, пока он дальше защищает Убу, то ему можно и пожить, я считаю. Ну и по гарпии. Да, я выбрал, мне говорил, что ты найт, поэтому я... Ну, я типа пиздел, да. Я на самом деле алхимик по гарпии. Окей, а это значит, что первым... Мы убили Джерри, и Джерри был гарпией, типа? Нет, нет, нет. Первый день Стилфил был мэтт по Евсею. Честно сказать, Стилфил слабо проатаковал, но бог с ним. Второй день я выбрал Евсея по Яну. У нас была договоренность, он сломает мэтт, и они вдвоем умрут. Но проблема в том, что они ночью вдвоем умерли. И теперь я не понимаю, как это случилось. Окей, окей, ладно. Я готов уходить. Я понимаю, что... Ну, я, скорее всего, если до моей проверки дойдет, то я буду тебя проверять. Да. Чем докажешь, что ты монг? А что второй не монг? Всем привет! Будут ли госипы? Блин, я бы не госипила, потому что у нас шестеро живых ребят. Хорошо. Бубунуару, давай твой госип. Я хочу погосипить. Я хочу погосипить, что Ян был красным, а Евсей был синим. Окей. Тогда номинации открыты. Сережка номинирует Стилфила. Сережка номинирует Стилфила. Скажи, почему? О, очень интересно. Я не болтался с Стилфилом вчера, потому что он отвернулся и не ответил мне. А потом я похожу по всему столу, говорю, я вот такая-то роль. И все мне такие, ты знаешь, еще один человек клэмится твоей ролью. Мы тебе из-за этого не верим. Я такой, ну ладно. И я наконец-то сегодня узнал, кто этот человек клэмится Монком. Вот он, Стилфил. Он точно не Монк. Он, причем, как говорят, что он... очень уверенно клеймил Монка. Так что раз он очень уверенно клеймил Монка, я предлагаю очень уверенно его казнить. Хорошо. Благодарю вас. Стилфил. Я действительно Монк, я защищал Убу в эту ночь, и до этого был под гарпией. Мне это написал ведущий в личку, поэтому я только номинации смог и поднятой рукой отыграть гарпию, чтобы никто из нас не умер. Я потом спросил у ведущего, что типа нормально ли это, и он говорит, что да. Окей, я знаю, кого я буду защищать в следующий раз. Я Сережке не верю. У меня все. Комментарий, пожалуйста. Давай, Джерри. Хочу напомнить, что по информации Найта, Кассо и Стилфил являются не демоном, на всякий случай. Окей. Раз, смотрите, комментарий. Какой у нас миньон? Если у нас Убу... господи, кто он там? Гарпия, да. То Стилфил строго выходит Вичой. Да. Ну, давайте казним Вичу. Чё, чё, окей. Начиная с Нануна, три голоса, чтобы заблокировать Стилфила. Сережка, Сережка, ты ж не мог случайно блефы не поделиться миньоном? Я со Стилфилом даже не говорил. Да, подтверждаю. Но... А кто у нас остается еще? У нас типа... аутсайдеры могут выйти в стол? Я думаю, уже можно, в принципе. Нану номинирует Сережку. Нану номинирует Сережку. Хорошо. Скажи, почему? По моей инфе, Джерри точно синий рыцарь, значит, Стилфил и Косу не демоны. Плюс Сережка попадает в даблклейм со Стилфилом. Ну, я больше верю, что Сережка врет и что он каст, на самом деле. Сережка? Еще раз я напомню, что инфа на Нуна, что он аутсайдер.
стоит помнить. Я не демон. Окей, начиная с Карга. Три голоса, чтобы заблокировать Сережку. Канон, ты забываешь, что в 80% случаев демон не будет попадать в дабл-клейме. Да, бывают демоны, как Борис, типа, которые всегда в дабл-клейме попадают. О, бой, из тех игр, что мы играли, я понял, что все, что угодно может быть. Будьте осторожны, что сейчас шапка на ком-то из Убу, Тани, да. Поэтому я... Ну, шапка, возможно, мертва, нет? Не может такого быть? Стилфил номинирует Убу. Хотя, не может. Стилфил номинирует Убу. Скажи, почему? Ну, я как монг Щалова, но мне кажется, это этот демон. Это наш демон. Я пока плохо понимаю всю расклад, и мне сложно играть. Я не знаю, что за игру затеял Сережка, но, соответственно, он, наверное, что-то у него... Я до этого играл Сережку, я понимаю, что у него какой-то есть план. Окей. Я не думаю, что Сережка демон, а демон Убу. Убу, твоя защита. Смотрите, у нас был психопат, который уже умер. Это точно красный миньон. У нас точно есть шапка. Я клеймился половиной столу гарпии. И Стилфил может это подтвердить. Он видел значок гарпии. То есть он точно знает, что за столом где-то есть или красная гарпия, или алхимик по гарпии. Я должен был это знать. Я в этом мире или красная гарпия, на самом деле, и шапки нет, и это был килл по Ягобаблу. Или я действительно алхимик по гарпии. Я никак не могу быть демоном. Вот вообще никак. Сидеть на демоне и клеймить алхимика по гарпии, это, ну... Crazy play какой-то. Окей, четыре голоса. Четыре голоса, чтобы заблокировать Убу Нуару, сравнять счет, и пять голосов, чтобы заблокировать Убу Нуару. Блокировать Убу Нуару. Сорян. Нанун умирает. Что происходит? Тинкер. О! Ты тинкер, или просто дорого все сказали. Нет, я не был тинкером. Ну, что от шляпы забыли. А-а-а. Смотрите, два недостаточно. Стоп, у меня остается строго Таня. А, ребята, это от Ягобабла я умер. Это же можно в любой момент умереть. Номинируйте Таню и дайте мне. Таня номинирует Таню. Таня номинирует Таню. Скажи, почему. Если я правильно понимаю правила, мне не важно, от чего я умру, от экзекьюции или от демона, или еще от чего угодно, и в этом моя роль сыграет. Поэтому я Moonchild, и я бы очень хотела проверить таким образом Убу Нуару. Потому что если он синий, то да, он умрет со мной, но тогда у нас больше не будет гарпии, что, в общем-то, не будет нам мешать. Защита. А если он не умрет, то как будто бы... Это была Танина атака. Это решит можно... проблему. Ну, окей. Гарпии нет, скажи, ребят. В защиту Тани скажу, что если Таня действительно Moonchild, она выберет меня, то сейчас умрут два синих игрока. Окей. Начинаем. Пусть она выберет, хорошо, пусть она выберет. Ночью умрет третий, игра закончится. Например. Игра закончится, это плохая казнь. Не поднимайте руку, это красный пытается демона снять. У нас Ягобабл, у нас не Замбул, у нас не Легион. У нас Ягобабл. И умрут только по фразе. По фразе, смотрите, вчера я говорил свою фразу, опять сегодня нет. Поэтому убийств не будет. Не можем запускать. Ребят, я последний или первый голосую, Мишенька? Последний, ты последний, последний голосуешь. Начинается с Стилфила, 4 голоса, чтобы сравнять, 5, чтобы заблокировать Таню. Смотрите, Карго, который мне клеймил аутсайдера, не вышел сейчас в стол. Значит, он подтверждает, что Таня действительно наш единственный аутсайдер. А на этом столе... Синий, опустите руку, это красный райзап делают, чтобы снять серию. Таня... Красный. Таня, да. Таня, мне... Ну, видит... Все нормально, ух, да. Спасибо, Таня. Таня действительно наш Moonchild. Больше аутсайдеров нет. Тут нет Транка, тут нет Лунатика. Я погамблил ее Moonchild, но все нормально. Отлично. Она единственная аутсайдер, она точно синяя. Все, у нас Убу 100% синий. Сережка демон, Стилфил пытался его снять номинацией, а потом хотел... Блин, в Таню подняла три красных. Не стоило так прям кричать, но это правда. Убу Нуар, Карго, вы можете номинировать 5. Не, я не буду. 4. Сережка хорошая, конечно. 3.
два, один. Сережка умирает. Мы переходим в гримуар. Ох, Сережка, Сережка. Итак, у нас была косу инкипер, которая умерла от. Покажи мне эту шапку, покажи Вич. Мне ее. Шапка, убегай. Шапка. У нас был Майк Village Idiot, который был убит, забыл кем. Психопатом. Психопатом, точно, психопатом Яном. И у нас также был Евсей, кто подтвердил Карго как Village Idiot, который был отравлен и в первую ночь проверил Джерри, который оказался для него красным, но был Найтом и получил косу из Стилфила. Также у Стилфила, кто, естественно, был Вич. И во вторую ночь выбрал Карго. У нас была Таня, и Таня была Мунчайлдом. И Убунуар, который был у нас Гарпией под алхимистом, и первую ночь выбрал Стилфила и Евсея, и я забыл Стилфилу об этом сказать и сказал это днем. И во вторую ночь выбрал Евсея и Яна. И, соответственно, у нас остались Нанун, который был менстрелем и который умер от Ягобабы Сережки с фразой «Какой у нас миньон?», который отлично рассказал. И тут была дилемма, конечно, естественно, ночью, когда двух мне надо было человек убить. Я подумал, что если бы... Хорошо если забалансил, я убью... на самом деле. А? Хорошо забалансил смерть. Да, да. Пришлось забалансить так, потому что, во-первых, Убунуар выбрал алхимистом Гарпии, Евсея и Яна. Так как мне нужно было убивать двух игроков, я сделал, типа, я Евсея как бы мертвым тоже. Если бы я убил еще одного синего игрока, ну, было бы сложнее в 30 раз, потому что Ян бы все равно успел бы, скорее всего, выйти там в город и как бы выстрелить. Ну, вряд ли бы я бы его убил вместе с Евсеем в этот же момент. Было бы... Ну, может быть, и стоило так сделать, но что-то был баланс непонятен в этом плане. Поэтому решил... немножечко так забалансить, и Вич последний раз Карго отравил, а Карго решил в этот раз не номинировать. Если бы убил до убийства Яна, ты бы захардконфирмил меня как синюю гарпию. И именно, это тоже. Поэтому тут проблема, да, да. Чуть-чуть на Убунуар. Но с косу я попал. С косу попал. Это не да. Это Сережка, не Сережка красава вообще. Я не знал. Это не твое достижение, чувак. Не, ну он же знает лора косу, правильно? Да, он не знает, он не знал косу. А, возможно, если бы Ян повременил со своим выходом на один день, теоретически, но это так очень заманчиво, хочется убивать всех, поэтому да. Но в целом было баланс, но Сережка красава. Мне очень понравилось, тире напрягло, когда Ян после смерти заходит в следующий день ко мне и такой, ну ты же понял, я же был, я алхимик, просто мне такая билка, говорю, и ты решил убить Майка, зачем? Ну мне не понравился. То есть ты начал подозревать, что этого его убил? Серьезно? Ну да. Я сказал, что он краш, поэтому убил. Первой ночью я выбирал, кого проверить между Сережкой и Яном. Да, и выбрал Яна. Я так... прошу прощения у Сережки, я попал слишком круто в блефы. Да, вот это у меня была мысль вообще не пользоваться блефами, но я что-то настолько сильно не решил блефовать каким-то мизиаком или кем-то. Думаю, ладно, воспользуюсь. Последнее правило демона, не пользуюсь блефами. Тут проблема в чем, что у меня уже в конце не оставалось аута, то есть Убу проверенный алхимик, либо настоящая гарпия, он не демон, да? А дальше Стилфил, он не демон по Найту. А Таня бьется по аутсайдерам, то есть хоть один, но должен. Карго я подтверждал. Карго по бабушке, то есть я единственный действительно, кто никак не побеждает. Нанун еще мог. Да, к сожалению, тут вообще я не мог понять, как лучше распределить. Кстати, уже. Мишенька, можно да. Комментарий маленький? Да, давай. И Стилфилу. Смотрите, вы должны уважать миньона Гарпию. Когда я нажимаю, типа,
какого-то человека, какого-то человека быть мэдом, да, он должен серьезно отыгрывать это. У Стилфилла была атака, что я погосипил Евсея красным. И типа Стилфилл поэтому номинировал. Это очень слабая атака. Up to me, но... Ты должен был за это их обоих казнить. Не должен человек, был. Который мэт по гарпии, должен придумать атаку красную, очень сильную. Хотя бы сказать, что он поговорил по красному. Или там у меня есть проверки какие-то серьезные. А у него была атака, что человек погосипил другого человека красным. Это слабая атака. Ну, камон, типа, это не принимается. Проблема была только в том, что мне не говорили, когда я выбирал ведьму и косу, о том, что я под гарпией. Да. Я написали, ибо я поэтому в шоке был. И как бы... Поэтому я на будущее так говорю. На будущее. Да. Поддерживаю. Да, да. Потому что получается, что тогда гарпия какой-то недоминион получается. А давайте пойдем в следующий. Ой, нет, я остановлю уже запись сейчас. Всем спасибо. Классная игра в любом случае. Эмоции.